Да. Алло, здравствуйте. Здравствуйте. По поводу работы вам звоню. Ага, ага. Я понял. Удобно, да, сейчас пообщаться? Да, да. А вас как зовут? Как? Не расслышал. Артем. Артем, ага, очень приятно. Меня Михаил. Артем, работу предлагаем вообще удаленного плана в интернете. Как такой вариант рассматривать? Рассматриваете, да, такой вариант? Да, да, да. Ну, я как бы прочитал это. Ага, понял. Я вот решил поподробнее узнать просто. Угу. Ну, в интернете сами вообще работали, опыт какой-то? Ну, конечно. Работали, да, или покупали себе просто в интернет-магазине? Ну, и покупал, и продавал. Угу, понял. А по времени, как времени, много свободного? Да, я постоянно в интернете. Из телефона постоянно иска в интернете. Я понял. А с какого города? Благовещенск. Понял. Сам я с Нижнего Новгорода. Ну, давайте расскажу про суть вообще предложения, да? У меня открыт ИП, договор с компанией, компания производит продукцию, мы продукцию реализуем по всей России в интернет-магазинах. Чем конкретно занимаемся? Да, размещаем объявления такого информационного рекламного плана. Люди на них откликаются, кто-то приходит работать, чтобы получать доход, кто-то приходит за покупками в интернет-магазин. Наша задача человека зарегистрировать через сайт, через свой личный кабинет, оформить скидку, дисконт на всю продукцию. После этого, после регистрации, у человека будет свой личный кабинет и будет возможность автономно уже заходить от нас, неважно, где человек находится на сайте, делать покупки себе со скидкой уже. Вот. И смысл в том, что единожды человека зарегистрировали, оформили, он будет числиться в вашем личном кабинете, и мы всегда получаем процент от их покупок. Вот. По доходу, по деньгам, если да, на деньги перевести, примерно получается 10% от всего товарооборота нам компания платит. То есть регистрируем людей, приглашаем, оформляем, проходит товарооборот, к примеру, 200 тысяч, и за организацию такого товарооборота нам компания платит 20-25 в среднем за 3 недели. А как по поводу, вот, как я узнавал до этого, еще у большинства вот таких вот компаний идет стажировка? Ну, смотрите... Нет вот стажировки, да? Как, ну, вот если вот назвать конкретно стажировкой, такого нет, но обучение в любом случае есть попутно с работой вместе. По оплате все зависит от товарооборота. Оклада нет как такового. Есть высокий процент. То есть вначале, конечно, нужно будет посмотреть презентацию, как деньги строятся, как получаются, откуда они берутся, какие премии от чего зависят. Включаетесь в работу, да, начинаем людей приглашать, размещать объявления. Люди покупают, товарооборот проходит, вам компания платит деньги. А, вот так. Да. Да. Но на самом деле товарооборот в любом случае люди покупают, потому что ассортимент и продукция у нас товар естественного спроса, так скажем. Есть шампуни, есть аксессуары, туалетные воды, продукция здорового питания, вот такое, да. Витамины. Ну, в принципе, а как можно приступить это, ну, поподробнее все это, чтобы, например, с завтрашнего дня уже начать это все делать? Да, да, сейчас, конечно, все расскажу. Вот по ассортименту сказал, по компании теперь, да, компания тоже достаточно известная, думаю, про нее вы слышали. Но многие воспринимают ее как продающую по каталогу, на самом деле работаем в онлайне. Да, направлений деятельности много. Сотрудничаем со шведской компанией Oriflame Cosmetics. Наверное, слышали про такое. Ну, конечно. Ну, что слышали вообще? Алло. Да-да-да, я слушаю. Что слышали про компанию? Ну, в принципе, то, что продают различную продукцию в плане... Угу. Да, 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 да. Все верно. Ну, с кем не разговариваю, да, много имею возможности со всеми общаться. Основная масса людей воспринимает, как будто нужно ходить продавать. На самом деле, сейчас все немножко не так. Те, кто продают, у нас такие ребята есть, они получают 20% от продажи. Но здесь нужно много ходить, много продавать. Мы работаем в онлайн, то есть не в этом направлении. Вот, то есть направлений деятельности здесь много. Работаем по всей России, да. Это плюс. Интернет нам во всем помогает. То есть нужны систематические действия, каждый день размещать объявления, проводить собеседования. То есть, в принципе, выполняем одно и то же. Но чтобы понятно было, у меня в интернет-магазине вот в настоящий момент товарооборот примерно 600-700 тысяч проходит каждые 3 недели. То есть компания мне за организацию платит 10%, то есть 50-60 тысяч за 3 недели. Каждому, да, каждому участнику примерно 10% в среднем. Но это в среднем. Есть маркетинг-план, там уже более детально можно будет вам посмотреть, да, конечно, изучить, от чего конкретно это зависит. Но примерно 10%. Да. Помимо основного дохода есть система премий, начиная от товарооборота 250 тысяч, выплачивается премия уже от $1000.
То есть премия большая, да, доход высокий, но, конечно, нужно поработать. Ага. Вот. Ну, что вообще думаете по поводу предложения? Ну, в принципе, как бы я задумал. Интересно попробовать, да? Да. Смотрите, оформление вообще проходит. Вначале я вас должен зарегистрировать, скинуть вам анкету. Вот, я так понимаю, у меня координаты есть ваши, да? Я вам тогда анкету сейчас скину, вышлю. Вы как заполните, пожалуйста, мне отпишитесь. Я вас зарегистрирую. У вас будет. Сейчас просто не дома, а Ну, то есть попозже. Я понял, хорошо. Как зарегистрирую, у вас будет свой личный кабинет. От компании придет на электронку вам письмо. По ссылочке нужно будет пройти, попадете вот как раз-таки в личный кабинет. Дальше уже пошагово все инструкции скину, что нужно делать. Хорошо. Ну и созвонимся. Я на связи, мой номер, поэтому сохраните, будем в любом случае на связи. Ага. Все? Ладно, ну все, будем знакомы. Угу. Ага. До свидания. До свидания. Звук какой хороший у телефона на громкой связи.